Всем привет! Давайте сделаем эффект Марева. Это тепловой эффект, проявляется при на солнце, при жаре, либо возле огня. Во-первых, давайте создадим сразу материал. Это у нас будет... Так, материал... PP, допустим... Марева напишем, да? Теперь мы у этого основного часть материала меняем на материал domain, это на постпроцесс. И у нас получается emissive color здесь. Далее мы нажимаем на экране EU. Это русская Б, русская Г на клавиатуре. У нас появляются текстурные координаты. Далее мы нажимаем на буковку М, щелкаем по экрану, появляется Multiply. Умножение мы делаем на какой-то параметр. Параметр у нас вызывается буковкой S. Также мы щелкаем на экране и появляется параметр, давайте его назовем size. Это у нас размерность нашей текстуры будет, которая будет как раз таки наноситься. Дальше мы вызываем ноду panner. Буковка P английская, да, на клавиатуре. Щелкаем на экранчике, появляется вот это все. Теперь давайте скопируем параметр два раза. Один у нас будет speed по оси x, а второй у нас будет speed по оси y. Значение выставим, ну, в данном случае пока 0,01. Все зависит уже от того, какая у вас текстура. Насчет текстуры я чуть позже скажу, какие я поставлю. Далее мы должны, по сути, подсоединить в speed, но так как у нас две, да, это x, y, нам нужен append вектор. Мы должны соединить x и y и подать в speed. Теперь после этого всего нам нужно саму текстурную изображение. Нажимаем английскую букву T, щелкаем на экране, появляется texture sample. Ну и далее повторяем буковка M, multiply. Вставляем то, что мы копировали, да, параметр. Подключаем буковку B. Называем параметр, давайте назовем его texture change. Это у нас будет изменение текстуры. Буковку А нажимаем на клавиатуре, появляется Add. Здесь мы как раз таки должны соединить наше полученное значение, да, с текстурной координатой. Я просто скопировал ее сюда. Ну и далее мы вызываем сцен текстуры и выбираем и ее ID, идентификационный, так скажем, номер, да, постпроцесс input 0. И color мы уже подсоединяем к emissive. По сути, все. Единственное, что мы забыли настроить параметр
1, да, в конце. Ну, давайте тоже напишем 0,01 и уже будем в инстансе материала менять уже значение. А давайте теперь поставим текстуру. Я закинул несколько текстур, но там уже все зависит, как, какую выбрать, какая вам больше понравится. Одна текстура — это нормалика у нас песка. Вторая, я не знаю с чего, просто нашел в интернете. Первый запрос в Яндексе, как говорится, normal. И все подряд. Это какая-то помятая бумага, в общем. В принципе, даже и она подходит. Устанавливаем. Делаем сейв. И теперь мы должны... Вот, мы уже видим, да, как она отображается. Теперь мы должны, по сути... У меня есть постпроцесс в мире, и на него поставим как раз-таки наш материал. Чтобы не искать его, где он находится, просто пишем материал в поиске, да, постпроцесса. И вот он у нас, постпроцесс материал. Нажимаем плюсик. Asset Reference. И мы должны поставить наш материал. Ну, давайте мы еще сделаем Create Material Instance. Его как раз-таки уже поставим. Давайте запустим симуляцию. Видите, да, практически ничего нету, потому что мы ничего не настраивали. Постпроцесс еще не unbound, наверное, да? То есть не действует, да, он не действует. Он действует только там, где расположен. А нам нужно, чтобы он действовал во всем мире. Поставим unbound, вот как раз таки у нас все появилось. Теперь instance вытаскиваем. Сейчас будем крутить. Давайте с нуля все поставим. О, кстати, постпроцесс, это у нас от воды. Нет, стойте. Я просто закину новый постпроцесс. Здесь как раз-таки мы его добавим. И напишем, а галочку поставим unbound. Size мы настраиваем, как нам необходимо. Увеличиваем скорости. Допустим, изменение текстуры. Ну, то есть здесь минимальные значения какие-то. Вот она уже видна, как у нас работает. Так, постпроцесс этот надо выключить. То есть мы настраиваем по X сдвиг. Это, допустим, влево-вправо, да? То есть, если плюс у нас в одну сторону, минус в другую сторону начинает. Здесь то же самое. И size у нас увеличивает такую частоту все-таки сдвига. И вот так вот у нас примерно получается. Но здесь, как вам более-менее интересно, настроите. Также все зависит еще и от материала. Если мы
поменяем материал. Давайте, допустим, Марио 2 поставим. Если что, я материалы привожу в описании. Это уже второй материал, и он уже более-менее плавный такой. Давайте привожу третий. Этот более рывистый такой, он дергается сильнее. В общем, тестируйте, балуйтесь. Также это можно все сделать... триггербоксе в определенном, да, то есть включать-выключать постпроцесс. Это уже как вам нравится. Тем более возле костра. Если же жара и так далее, вы можете включать везде. На этом все. До скорой встречи. Пока.